Друзья, с вами Юрий Дмитрий Рошенко. Итак, сегодня, 7 апреля 2020 года, внесен в Госдуму законопроект о внесении изменений в закон о гражданстве Российской Федерации в части упрощения процедуры приема гражданства Российской Федерации иностранных граждан лиц без гражданства. Законопроект 938-282-7 внесен в Госдуму сегодня, 7 апреля 2020 года. Закон заключается в том, что он отменяет отказ от иностранного гражданства при получении российского гражданства. Это действительно очень важный законопроект, который давно ждали, по крайней мере, как минимум полгода шли об этом слухи о том, что он должен быть внесен, данный законопроект, в Госдуму. Значит, проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о гражданстве Российской Федерации в части упрощения процедуры приема гражданства Российской Федерации иностранных граждан лиц без гражданства разработан, напомню, во исполнение поручения президента Российской Федерации и правительства. По-моему, 2 апреля данный законопроект был одобрен правительством на заседании правительства Российской Федерации, и вот сегодня, 7 апреля, он поступил в Госдуму. Согласно пункту Г, части 1 статьи 13 Федерального закона о гражданстве Российской Федерации, о котором мы уже ранее говорили, одним из условий приобретения иностранными гражданами и лицами без гражданства российского гражданства является в том числе отказ от гражданства. В данном случае, значит, в том числе и в упрощенном порядке, при обращении с заявлением в полномочный орган необходимо предоставить отказ, то есть справку либо выход из гражданства, прекращение гражданства для того, чтобы получить российский паспорт. С учетом действующего вот этого уведомительного порядка подтверждения отказа от иностранного гражданства, законопроектом предполагается исключить требования об обращении соискателей иностранных граждан, лиц без гражданства, которые хотят получить российское гражданство, в полномочные органы своих стран заявление об отказе от имеющихся у них иного гражданства. Таким образом, данный законопроект предполагает получение российского паспорта без отказа от иностранного гражданства. Данный законопроект внесен в Госдуму сегодня, 7 апреля, и будем следить за дальнейшим движением по заседаниям в Государственной Думе. Подписывайтесь на канал. Всего доброго, успехов!